В республике завершается работа по созданию электронного атласа культурного и природного наследия Дагестана. Накануне в ДГУ обсудили итоги этого очень важного для нашего региона научного проекта. О том, что он из себя представляет, расскажет Патимат Ханапова. Все в одном. Так можно охарактеризовать этот атлас. Он станет своеобразной визуальной энциклопедией, где отражается история народов Дагестана с древнейших времен до наших дней. В нем будут сведения об археологии, истории, этнографии, экономике, природе региона. Значительная часть информации будет опубликована впервые. Атлас делится на два больших блока. Первый блок – это историко-культурный, второй блок – это природно-хозяйственный. Вот. И в каждом из этих блоков есть свои компоненты. Историко-культурная часть по большей части, но не совсем, делается в Институте истории. Природно-хозяйственная часть по большей части делается сотрудниками Дагестанского государственного университета. Сборник будет включать в себя около 200 страниц с цветными, профессионально составленными картами и пояснительным текстом. Этот атлас ученые планировали выпустить еще в 90-х. Однако инициатива не была поддержана государством. И вот спустя более 20 лет проектом вплотную вновь занялись. Научную координацию работ ведет Дагестанское отделение Русского географического общества. В настоящее время уже подготовлена серия карт по археологии. Она охватывает период с древнейшего времени, с эпохи Алдавана, это около 2 миллионов лет назад, до 10 века нашей эры. Естественно, карты представлены в хронологическом, культурном отношении, отражают те или иные памятники, эпохи, культуры, существовавшие на территории Дагестана. Атлас будет полезен многим – учащимся, преподавателям, специалистам профильных учреждений, экскурсоводам и туристам. Итогом заседания стало принятие решения о представлении в дирекцию Русского географического общества заявки на грант для издания книжного варианта, пока что электронной картографической энциклопедии. Мы принимаем решение о подаче заявки на издательский грант, чтобы это наш электронный вариант атласа был представлен в виде большой, довольно крупной книги, издания, для того, чтобы им могли пользоваться учителя, краеведы, и географы, и историки, ну и туристы. Он будет в несколько тысяч экземпляров. Любому серьезному гранту необходимо софинансирование. И тут поддержка депутата Народного собрания Муслима Гиндиева оказалась кстати. Я потомственный географ. У меня отец долгое время занимался и был деканом географического факультета. Это мне близко, это мне интересно. И все-таки это масштабная работа, которая впервые за десятилетия будет проведена, она все-таки даст потенциал и развитию и науки, и образование, и вообще будет интересно для самого широкого круга читателей. Поддерживать науку – это наша обязанность, поэтому будем поддерживать науку, образование. Патимат Ханапова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Махачкала.